Завтра на Монастырском острове пройдет уже традиционный индийский фестиваль красок Холи. Суть мероприятия – обсыпаться красками и танцевать. Участие в фестивале бесплатное, но краску для обсыпания необходимо приобрести по 40 гривен за 100 грамм. Она, кстати, абсолютно безопасна, нетоксична и хорошо отстирывается. Также в программе фестиваля запланирован концерт с участием диджеев, а затем автопати в честь Дня молодежи.